И снова здравствуйте, говорю я вам, мои дорогие друзья. В сегодняшнем выпуске я подготовила для вас, пожалуй, самый лучший автоматизированный торговый терминал для извлечения прибыли, который, как вы уже заметили, называется T7. Выпуск обещает быть максимально полезным и интересным, поэтому устраивайтесь поудобнее и смотрите данное видео до конца, чтобы узнать все самые главные преимущества и особенности T7 для себя. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайк за мои старания. Итак, что же такое T7? И как я уже успела сказать, T7 представляет из себя систему торговых терминалов, то есть ботов, которые используют самые передовые рабочие механизмы, позволяющие вам извлечь из криптовалютной торговли максимальную выгоду. Скажу сразу, что T7 принадлежит международной офшорной компании, которая была основана еще в 2021 году и представляет как ее владельцам, так и пользователям, взаимодействующим с ее инструментами, целый ряд преимуществ, к которым относятся конфиденциальность и освобождение от уплаты налогов. Но об этом более подробно вы сможете прочитать уже самостоятельно. А пока в двух словах расскажу о команде, стоящей за T7. Стоит отметить, что состоит она из опытных трейдеров, которые создают не только полностью автоматизированные инструменты для ежедневной торговли, арбитража, но и открывают другие не менее прибыльные и перспективные горизонты в сфере криптовалют, а именно в секторе DeFi, за которым команда T7 считает будущее всего цивилизованного общества, частью которого они уже непосредственно являются, так как их основные ресурсы включают в себя целый ряд передовых торговых функций и инструментов, к которым относятся как различные индикаторы, торговые стратегии, так и торговые провайдеры, благодаря которым работа по извлечению выгоды может происходить 24 часа 7 дней в неделю, что, как по мне, уже звучит крайне здорово. Да и выглядит, если честно, тоже максимально просто, так как команда T7 приложила максимум усилий и своих знаний для того, чтобы все процессы управления их доступными продуктами были максимально легкими и простыми, начиная от внесения депозита, активации торгового бота, совершения перевода или же вывода средств, до выведения сетевых или же партнерских начислений и много чего другого. Кстати, о продуктах. И как я уже оговорилась, T7 объединил целый ряд комплекс услуг в одном месте с регистрацией одной учетной записи. К ней мы, кстати, перейдем после. А пока предлагаю взглянуть на доступные продукты системы T7, к которым, как мы видим, относится продукт для инвестора, с помощью которого вы можете получать доступ к быстрым инвестициям, но при этом с простым и доступным интерфейсом, где основная политика получения прибыли базируется на интеграции успешных стратегий сразу 8 ведущих торговых терминалов как для дневной, так и для арбитражной торговли в рамках децентрализованных и централизованных бирж. То есть суть данного продукта заключается в том, что инвестор для получения прибыли может использовать даже небольшую сумму, равную 50 USDT. При этом, как видите, нас ждет от 140 начислений в пуле за сутки, в результате чего инвесторы будут получать сложный процент дохода, который опять-таки они могут выводить в любое удобное для себя время без каких-либо преград, что, я думаю, для многих очень важно. Тем более, что пользоваться данным продуктом можно без верификации и прохождения проверки KYC. Плюс в продукте нет каких-либо скрытых комиссий, кроме общепринятых торговых сборов, что, как по мне, уже звучит весьма привлекательно. Если же говорить о следующем продукте системы T7, то представляет он из себя автоматизированный межбиржевой арбитражный обмен между двумя агрегаторами DEX. То есть данная торговая стратегия предполагает одновременное моментальное выполнение ордеров как на покупку, так и на продажу различных криптовалютных активов на разных децентрализованных торговых площадках в разделе Swap. По сути, главная цель данного продукта заключается в получении арбитражной дельты, обмена за счет разницы в ценах. К тому же Swap – это раздел быстрых обменов, без свечей, стаканов и прочих биржевых коннекторов, что, согласитесь, очень удобно. Ниже мы, кстати, можем увидеть примеры межбиржевого арбитражного обмена, где представлена небольшая часть транзакций на покупку и продажу USDT, в ходе которых суммарная прибыль за 24 часа составила 1,27%, что, как по мне, весьма неплохо. А что по этому поводу скажете вы? Напишите свои мысли на этот счет в комментариях. Если же говорить об условиях использования данного продукта, то тут, помимо увеличения минимальной суммы для начала работы, которая, кстати, равняется 2500 USDT, изменились и временные рамки самой торговли, которые составляют аж 14 дней,
Именно за такой, видимо, период возможно добиться хороших результатов и получить от арбитражной торговли неплохую прибыль. Следующим же продуктом является внутрибиржевой треугольный арбитраж, известный еще под другим названием как кросс-валютный. Главное отличие такого инструмента от той же арбитражной торговли заключается в том, что данный треугольный арбитраж задействует возможности, создаваемые несоответствием в цене между тремя разными криптовалютами. То есть данная стратегия анализирует между существующими парами на тех же DEX и CEX ценовые различия для дальнейшего создания с ними трех арбитражных сделок, в которых и происходит обмен первой валюты на вторую, вторую на третью и в конце третьей на первую. Таким образом, бот завершает цикл сделок и получает с этого разницу между ценовыми отличиями этих активов. И да, для использования данного продукта вам также нужен будет хороший депозит на счету, равный не менее 2000 USDT. Ну и, конечно же, 11 дней в запасе для качественной работы бота, который будет на протяжении всего этого времени осуществлять арбитражную торговлю. По всем остальным пунктам, как мы видим, все остается без изменений. Ну и, наконец, четвертый продукт системы, доступный для инвесторов, представляет собой внутридневной сигнальный скальпинг, в основе которого лежит совокупность торговых стратегий, направленных на быстрое открытие и закрытие сделок с целью извлечения выгоды из-за движения ценового тренда наиболее волатильных криптовалют. Стоит отметить, что такого рода спекулятивная торговля позволяет в течение дня совершать множество краткосрочных сделок для получения хорошего процента доходности, а следовательно и прибыли. При этом минимальная сумма, необходимая для этого торгового пула, равняется 1500 USDT, что тоже немало. И сам период работы данной стратегии составляет аж 8 дней, что, как по мне, весьма неплохо. Учитывая тот факт, что приумножить свой капитал даже на несколько процентов за такой короткий период будет отличной идеей. Тем более, что у этого продукта предусмотрен правильный стоп-лосс, гарантирующий остановку убыточных сделок. Но, как говорится, не будем ходить вокруг да около, а давайте наконец-то перейдем к самой регистрации на платформе. Для этого вам необходимо будет перейти по ссылке, указанной в описании, и произвести, собственно, наипростейшую регистрацию, в рамках которой нам необходимо будет лишь указать свой адрес электронной почты, код пригласителя, он также указан в описании к этому видео, и прописать сам пароль, после чего уже нажать «Зарегистрироваться». После регистрации мы сразу же попадаем в свой личный кабинет, где перед нами всплывают окна с доступными продуктами от T7, о которых я только что вам рассказала. Однако для более подробного с ними знакомства вы всегда вольны нажать на кнопку «Подробнее» и узнать все сопутствующие детали относительно того или иного продукта, а также получить более развернутую информацию, перейдя в раздел «Личный кабинет», где вас будет ждать еще больше исчерпывающей информации и аналитики по данному продукту. Также среди всех этих окон имеется кабинет партнера, активировать который может каждый из вас. Для этого достаточно лишь ввести все необходимые данные и нажать «Обновить». Также для вашего удобства доступен раздел «Коммуникация», где вы легко можете обратиться к нужному вам специалисту для решения возникнувшего у вас вопроса, что, как по мне, очень удобно. Ну что, думаю, пришло время попробовать и на деле этот сервис. И так как у меня не очень большой бюджет, то в качестве эксперимента внесу депозит в продукт быстрой инвестиции, от которого мы легко можем заработать почти 1% прибыли в день, даже при наличии у нас небольшого депозита, пополнить который можно всего в пару кликов, скопировав при этом сгенерированный адрес кошелька, на который и нужно будет зачислить имеющуюся у нас сумму в USDT. Обновляя страницу, и как вы видите, мой баланс пополнился на 300 USDT. И теперь все, что нам остается, так это дождаться начисления нашей прибыли. Ускорю немного время и вернусь к этим средствам чуть позже. Ну что, мои дорогие друзья, прошло у нас больше, чем 12 часов с момента зачисления нашего депозита на баланс бота. И как вы видите, нам начислилась хоть и небольшая, но все же прибыль. Ниже мы видим количество одобренных сделок, сумму начисления, в том числе и время, когда они были начислены. Что ж, попробуем теперь вывести наш депозит, чтобы убедиться в том, что наши средства не заморожены, и мы в любой момент можем их вывести. Нажимаем «Вывод», меняем сеть и вводим свой адрес кошелька. Вводим сумму 300 USDT и нажимаем «Вывод». Далее нам необходимо будет ввести код двухфакторной аутентификации. И все.
Как видите, наши средства списались со счета, что лично меня уже радует. Кстати, в рамках личного кабинета вы также можете перейти в раздел «Кабинет партнера», а также изменить пароль и перейти в Telegram-бот, которого достаточно активировать и после ввести свои данные для входа, чтобы впоследствии было удобно пользоваться всеми доступными инструментами и продуктами от T7. Кстати, для удобства вы всегда можете легко изменить язык интерфейса и просмотреть по продуктам всю интересующую вас информацию и аналитику, а также всегда открыть для себя всю дополнительную информацию по каждому торговому инструменту для более глубокого изучения и понимания продукта. Одним словом, дорогие друзья, не теряйте время зря, а скорее переходите по ссылкам и знакомьтесь с T7 более подробно уже самостоятельно. Тем более, что от проекта предусмотрена партнерская программа, которую вы с легкостью можете развивать, получая взамен дополнительную прибыль, помимо начислений от суммы вашего депозита, проинвестировав в тот или иной продукт T7. И да, как вы видите, мои 300 USDT свободно вывелись, чему лично я очень рада. А что по этому поводу скажете вы? Напишите свои мысли на этот счет в комментариях. Ну а я, как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего видеоролика. Отличного всем дня, хорошего профита и пока-пока!